Девушки Sunlight о новых коллекциях. Это с бриллиантами? Он бегает по магазинам. С моей помощью он мне вот такое подарит. Ты такая экономная. Самое главное, это символ. Ну вот этот вот комплект с сапфиром, конечно, потрясающий. Я, честно говоря, сначала думала, это черный бриллиант, но это оказалось сапфир австралийский, да? И вот что здесь здорово, вот этот вот каст начали опять делать, тот, который делали еще в советских классических вещах. Я помню, такой у Зыкиной был, такие серьги. Ну, молодцы, хорошую коллекцию разработали, и серьги к ним прикольные. И сколько вот такие вот серьги, если вот, например, своей родственнице подарить, вот купить? Кольцо стоит 8500, серьги 13900. Ну, 20 тысяч, такой гарнитур вообще потрясающий, с сапфирами, с природными, да, мне очень нравится, так богато смотрится. Можно на вашу ручку приложить, как смотреться будет на руке? Очень хорошо, богато, да, смотрится. И вообще, и оно не цеплючее такое. Как вот проверяют кольца, например? Ну, меня учили, когда я еще там работала в торговле в молодые годы. Колготкам. Раз, да, вот так колготкам. Мне не цепляет ничего, классная вещь вообще. Очень богатая вещь, хорошая. Мне нравится, что богато смотрится. Хорошо, что сапфир вы так классно используете, да, все-таки с бриллиантами, с черными, это дороговато бы казалось, да, а с сапфирами шикарно, и все-таки природный камень сапфир, да, резкий, и смотрится очень благородно подо все, очень хорошо. Элегантность, да, элегантность на года, и богато, при маленькой цене. Точно.